Как сделать зубную пасту для слона? Что будет, если в жидкий азот добавить воду? И на что похожа шоколадная рыбалка? Ответы на все эти вопросы получили посетители магической кухни. Поваров высшей категории Гюстава Го и Престилу Чемоданову артисты-эстрадники Никита Макиенко и Ирина Когут перевоплотились год назад. Сделать нечто большее, чем уже существующее с шоу «Мыльных пузырей», их вдохновили эксперименты цирка «Дюсалей». Ну и пошло-поехало. Лед, азот, все, взрыв, то есть, ну, все, что вот массово, когда дети сидят, и что-то происходит, и вдруг там сумасшедшая Чемоданова, и раз какой-то взрыв происходит, бым, то есть, ну, на глазах. Это, конечно, зрелищно и заводит. Все номера – магия науки. Где-то химии, где-то физики. В экспериментах охотно участвуют зрители. Вернее, от желающих нет отбоя. Но самая яркая по накалу страстей – рыбалка. Каждый хочет поймать сладкий приз. Удочка выдержала азарт ребят, но так происходит не всегда. И сюда мы приехали, это нас ребята выручили, местные службы, потому что нас как раз в никеле сегодня сломали удочку. Причем сломали ее на две части. Зрителям всех возрастов шоу пришлось по душе. После представления мы попросили их ответить на вопрос, что им понравилось больше всего. Скорее всего, пузыри и паста для слона. И стихотворение про мальчика, который съел билет. Все понравилось. Весело было. И пузыри даже лопать понравилось. Повара магической кухни пообещали вернуться в Кировск в следующем году.